Ну что, всем привет. Как вы знаете, начался чемпионат по футболу Европы, и нам ввели вот в игру вот такие вот танчики, как и в прошлый раз, то есть 62А, и мы играем в футбол. Точнее, мы и пинаем, и стреляем по вот такому вот мячику. Здесь у нас имеется три стадиона, это один из них находится в Париже на фоне Эйфелевой башни. Тут разный идет, например, счет. С него 6-6. И вот все флаги участников, которые тут присутствуют. Довольно-таки прикольный город вышел. Этот стадион у нас называется Стад Эйфель. Еще есть заброшенный стадион. Он находится на карте заброшенный город. И стадион сделали на карте Химмельсдорф. И он называется Химмельштадион. Довольно-таки самый красивый, хотя там вроде темно, но говорит, что там плохо видно, но довольно-таки нормально все видно. Можно вот так вот посмотреть Эйфелеву башню. Эйфель. Тут, конечно, уже не совсем хорошо пририсовали город, но есть вот такие вот здания. И вот. Но все равно, так как это далеко, вот оно вообще должно упасть. Ладно, можно посмотреть ее с этой стороны. Кстати, как вы думаете, кто победит? Какая страна? Пишите в комментариях. Интересно будет посмотреть, за кого вы болеете. И за кого болеете, и как думаете, кто выиграет? Ну что, а мы, наверное, начнем. Сразу сбивают Гуслина. Жалко то, что на трибунах фанатов не нарисовали. Хотя их вот так вот, таким выстрелом убили бы уже давно. Промах. Еще один промах. Я снимаю через этот реплей поставил. Вдруг мы сниму. Потому что вот я сам. Вот. У меня в тот момент что-то не сохранилось реплей. Поэтому не важно. И сразу нам ворота гол. Надо исправить ситуацию. Хотя надо и. Один ноль. О, противника нагнул. Даже довольно-таки нагло. Удар. Наконец-то попался. С этими фугасами вообще невозможно почти попасть. Мимо. Сейчас может быть гол. Гол. 1-1 счет сравнили. Так, надо сейчас мячик это забить. Еще. Мячик довольно-таки хорошо они отбили. Хотя сейчас может быть опять гол.
Гусли надоели уже совсем. Гусли сбивают, и пошевелиться невозможно. Хотя тут довольно-таки быстрый ход этот. Но некоторые вообще ставят себе этот вентилятор на танк, на который все равно танк заберут, и танк у вас не останется. Ставят вентилятор, там еще ящик с инструментами, еще досылатель. И так вот 4 или 3 секунды гусли наши ремкаются. О, мячик высоко полетел. Своего же. Попадаем этого, а то он достал всем гусли сбивать. Сейчас может быть гол. КД. И как назвали из союзников, никто не откадышился. Довольно-таки интересный режим футбола. Мне как-то вот Луна больше нравилась, когда День Земли был. День космонавтики, что-то такое там было. В общем, мопеды эти. Танки-мопеды одноколесные. Жалко, косо выстрелил. И вот еще один гол. И это у нас уже 3-1. Счет тут до 3. И первый бой мы выиграли. Ну, сейчас встретимся на втором матче. И у нас второй матч. До конца отсчета осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Кстати, если игрок в центре... Когда коснется мяча, оттормознет, то на ВЛД нас скачет другой танк, и можно, по сути, перевернуть противника. Вот, например, вот так, только лучше. Мимо. Сейчас гол будет. Если только не отобьем. Ну, почти никак его не отбить. Автогола. Дрифт. Слабенький. Мы переходим в атаку. Если этого противника отсюда выкинуть, ну их тут трое, никак. Кстати, если один человек забьет 3 гола, сразу ему медаль хэтрика дадут. И довольно-таки вообще хорошая компания, за нее резервов много дали. Зачем делать фугасы, когда броня 9-9-9-9?
Сейчас гол будет. Да. 1-1 сравняли. Отбили мячик. Так, удар. Айден косо проехал. Украинцы. Или просто украинский флаг надели. Кстати, довольно-таки много танков. В основном все танки или нужно такие наклейки сделать футбольные. С тех стран, которые участвуют на соревнованиях, на чемпионате. В основном это или российский флаг, или украинский флаг. Сборная России вообще чуть не вылетела. О, куда улетел мячик? Посиди на гусле пока. Так. Еще удар. У них ворота открытые. Хотя, если бы мяч летел бы быстрее, можно было бы и попробовать забить. Танкист 2-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Короче, очень большое количество нулей. Попасть бы. Не попали. Хотя сейчас попали. Гол. 2-1. Мы впереди. Удар по мячику. Какой примитивный гол. И это третий гол. Ну ладно, встретимся на следующем матче. И вот следующий матч начался. Опять мы играем с золотом. Ой. Хорошо, сейчас... О, они пропустили мяч. Не прошло и минуты, а они получили гол. Видите, опять украинский флаг. Не прошло и минуты, и мы тоже получаем гол. 1-1, надо что-то исправлять. А вот и второй гол. Сейчас попробуем третий замутить. Улетел мячик. Лаврентий Берия. У них снова пустые ворота. Если вратарь Кром 14 отбил мяч, к сожалению, был бы третий гол.
Почему говорят, что тут темно? Тут довольно-таки светло. Да, город более темный, но прожектора же освещают все. Химмельштадион. Карта Химмельсдорф, по-моему, уже стала символом этой игры. Потому что даже мой самый первый бой не на этом аккаунте, так как это мой второй аккаунт. Когда тот меня, я от него пароль забыл, в общем, что-то такое там было. Даже первый мой бой был на Химмельсдорф. Химка. Бум. Автогол 2-2. Забить бы сейчас 3. Ти. Нет, штанга пойдет. Уже даже не штанга, а совсем далеко. Атака. И это гол. Вот и третий гол. И такой вот красивый вид. Можно даже так сделать. А ладно. Не суть. И встретимся уже на следующем матче. Один. Погнали. Это немного долго. Все-таки 7-65 секунд. А вот и мяч улетел. Где он там летает? А вот он еще высоко. Иногда это как-то бывает странно, откуда все эти возгласы, если никого на стадионе нету. В принципе, рисовать каждого человека, да, немного затратно. Почему они радуются? Просто был удар по мячу. Да. О, кто-то бустанулся. Карма отбить не получилось. Мы загуслили, нас загуслили. Виктор 4-2-8. Чуть гола не было в нашу сторону. Счет-то у нас сейчас 0-0. Ворота открыты, но Виктор 4-2-8 вместо того, чтобы ударить туда, решил ударить куда-то туда. Опасный момент, Дронев. Никто из нас не попадает, и они просто отбили мяч.
всегда по мячу, мне лично сложно было попадать первое время. Но потом стало удобнее. Привык. У нас пустые ворота, и они не смогли забить. Бум. Все там играют, в этом углу. Никого просто нету. Если до конца времени никто не забьет гол или забьет, ну, допустим, будет счет 1-1, короче, ничья будет. Но ничья не будет никогда, по-любому вам дадут дополнительное время. За это дополнительное время вы должны быть или удержать мяч на поле противника, либо забить победный гол. И даже если ваш танк перевернулся на крышу, вы не взорветесь, вас через какое-то время там обратно перевернут. Ну, не игроки, а сами, вот вы респанете заново. Насколько видно, пробить никак нельзя противника, только загуслить. Давай. 1-1 был счет, и сейчас 2-1. Вот. Как мяч улетел. Мы переходим в атаку. Они отбивают мяч. Виктор 4-2-8. Непонятно, чем занимается. А, он играет. И обоих у нас гусли. Мяч улетает куда-то очень-очень далеко. Ну, по тени видно, куда он сейчас упадет. Ну, не попал. Кто опять бы становился? А, вот он, вроде. 50 секунд. Здесь новый модуль, можно вместо огнитуры. Ну, можно рекомплект поставить, чтобы быстрее там за этот ремкнуть гусли. Но это по сути не нужно, не поможет. Пока вы нажмете на него, чтобы так и так отремонтируетесь. А еще появилась новая штука, турбонагнетатель. Короче, буст, ускорение. Но она тихо-тихо в этот, в начале боя начинает наполняться, потом можно бустануться на 10 секунд, а потом она опустится, и вот видите этот. Короче, до 100 километров можно разогнаться, если получится. Ну вот и все, еще один матч закончен. И вот последнее, что мы сейчас посмотрим, это как раз таки здесь играет самый друг уже без ввода, и тут он возьмет медаль хэтрика. Забьет, то есть 3 гола. В команде у него отморозок и хэдшот. Команда, короче, мечты. Сразу он переходит в атаку, его гуслят. Попытка забить гол. Сейчас. Нет, отбили мяч. Гола не было.
поздно. Враги нападают, враги, и забивают гол в наши ворота. 1-0. Надо исправить ситуацию. Попробуй забить. Не, отбили мячик. Гола не было. А вот сейчас попадет ли он? Конечно, попадет. И это гол. 1-1. Один гол уже есть, осталось еще два. Снова переходит в атаку. Хэдшот. Противники стреляют по мячику, не попадают по нему, как, впрочем, и союзник. А нет, союзник попал. Удар по мячу. Мяч близко к воротам. Воротарь Вити 2016. И это такой момент, где мог быть гол, но гола все-таки не было. Да, он таки красивый вратарь остановил мяч. Прямо на линии. Остановил, не остановил, все равно сейчас ему гол будет. Мячик. Опять отбивает. Ага. Удар прямо над вратарем. И вот это вот уже гол, сразу видно. Второй гол, остался последний гол. 2-1 мы впереди. И один гол, и медаль хэтрика уже в кармане. Айда, не выйдет. Стреляй. Мимо. Да. Поздно. Отморозок становится на воротах. Хэдшот пытается забрать мяч себе. Враги чуть не забили, но, как видимо, никто из них не попал в тот момент, когда можно было забить гол. У нас уже 29-я минута. Не матча, а самого видео. Мы переходим в атаку. Перестрелка с мячом идет. Все трое они тут на воротах. Отморозы, как видим на карте, стоит на воротах тоже у нас. Ну, в принципе, правильно делать, защищать ворота. Удар. Мяч близко к воротам. Хэдшота гуслят. Нет, мимо. Хотя можно было попасть. Еще одна попытка забить, не выходит. Удар, мяч летит прямо в ворота.
И это гол. Третий гол и медаль хэтрика у нас уже имеется. Ну и у меня, и у него. Я тоже взял медаль хэтрика. Но я не думаю, что это довольно-таки сложно. Хотя потрудиться можно. Ну, думаю, на этом все у нас. Следующее видео выйдет совсем скоро. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, пишите в комментариях. Не забудьте написать, как вы думаете, кто выиграет. И всем спасибо. Пока.